Регируйтесь с победой. Показалось после матча, что в радости у вас было достаточно сдержанно. Это так? Ну да, сдержанно. Что сейчас рада, чему радоваться, как бы, да, выполнили, так скажем. Выполнили минимум определенный, надо было обыгрывать Кипр, понятно, что до игры были определенные переживания. Ну, задачу выполнили, в конце концов, все надо уже во время игры даже, мысли уже были больше про Хорватию. В первом тайме не удалось забить много мячей, только один мяч, во втором тайме прорвало, в чем причина? Я думаю, что если бы забили в первом тайме, а моменты были в первом тайме второй мяч, я думаю, что это скованность. Она бы пропала, потому что я думаю, что после первого гола как раз появилась скованность. Вот, боязнь за результат, потому что были там необоснованные потери. Вот, я думаю, что второй гол в первом бы тайме уже успокоил бы игру, и уже более ребята чувствовали себя раскованно. И, возможно, тогда уже стало все получаться, как это было во втором тайме. Держали в голове момент, что у нас много игроков на желтой карточке были? Да, конечно. Ну, поэтому замены были. И Смолов, и Головин, и Фомин. Поэтому были заменены больше из-за желтых карточек. Такая крупная победа – это плюс перед игрой с Хорватией? Минус или вообще ничего не значит? Ну, крупная победа, я думаю, что в минус никогда не будет. Особенно перед Хорватией. Спасибо большое.